На территории Брянской области в 2021 году внедрен проект «Ипотека за 24 часа». То есть все, что банковское, так скажем, в банках люди берут ипотеку, и в банке же сдают документы, но в основном это Сбербанк, а ВТБ в эту работу подключается. Вот, еще банки есть, которые на стадии проработки это все. Вот, документы они сдают в банке непосредственно, то есть у нас налажено электронное взаимодействие. И вся регистрация занимает 24 часа, то есть ровно через 24 часа, а то и раньше люди приходят, забирают уже готовый пакет документов, получают, соответственно, кредит, ну, оформляют, то есть сделка оформлена и все-все-все. То же самое, достаточно большой прорыв по договорам долевого участия в строительстве. Очень активно работаем с застройщиками для того, чтобы тоже эту сферу перевести в электронный вид. Это и удобно, это и быстро, то же самое. То есть мы за счет того, что документы уже в электронном виде, они уже подготовлены надлежащим образом, соответственно, меньше процент там, каких-то ошибок, приостановок и так далее. Вот. То же самое мы делаем в очень короткий срок, стараемся тоже договора долевого участия делать за 24 часа. Органы власти, ну, они по закону обязаны, ну, не все еще муниципалитеты имеют техническую возможность электронно сдавать, но большинство уже работает. Ну и, естественно, это проект, который длится уже не первый год, это нотариус. Там все электронно, у нас практически нотариусов, бумажных документов не бывает. С 29 июня у нас вообще прекращается бумажный документооборот даже между многофункциональными центрами. То есть многофункциональные центры, кто сдал на бумаге туда документы, к нам эту бумагу не привезут. Она только, они сканируют все, переводят в электронный вид, и все это, весь обмен идет только в электронном виде.